Нарезаем зелень. Добавляем последние ингредиенты. Так. Тщательно взбиваем. И готов к употреблению. Напиток очень полезный. И очень вкусный. С вами была я, Бема. Пишите под последним постом свои рецепты смузи, и я обязательно отвечу вам. Пока-пока! Привет. Я смотрю, ты на ПП. Животик надорвался от смеха. Лучше подскажи, как мне набрать подписоты? У меня есть пару тысяч подписчиков, но этого мало. Я хочу зарабатывать больше на рекламе. Прикинь, я сегодня звонила разным интернет-магазинам, не хотят со мной работать из-за маленькой аудитории. Для них она маленькая. Диль. Ну что еще сделать, чтобы набрать подписчиков? Я уже все перепробовала. Ну посмотри, что сейчас в тренде, и повторяй. Ну да. Да. Бьюти-рубрики, я вам расскажу про улиткотерапию. Это косметическая процедура, которая омолаживает кожу за счет слизи, выделяемой из косметических улиток охотин. Привет. Ну как еще можно набрать подписчиков? На карантине это вроде такая возможность что-то сделать, ну, чтобы быстро взлететь и стать знаменитой. Да что тебя так приспичило? Может быть, лучше дистанционную работу найдешь по рекламе? Ты же рекламист, можно и удаленно работать. Я рекламист без сапог. Прикинь, саму себя сделать не могу. Понимаешь, я хочу много зарабатывать. Бесплатно есть в разных кафешках, я одеваться в модных бутиках. Ну, и чтобы парни за мной толпами бегали. Да это, конечно, мотивация у тебя. Ко мне пришли, я перезвоню. Кто там? Здравствуйте. А Батма Юсуповна напротив живет. Стойте, я вам сейчас помогу. Батма Юсуповна. Батма Юсуповна, это я, Бермет. К вам пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я, Бермет. А, здравствуй, Бермет, дорогая. Здравствуйте. Батма Юсуповна, мы с Гумпомощи, с волонтерского движения. Какая помощь? Батма Юсуповна, помните, мы с вами вчера вечером звонили насчет лекарств? А, ну да, да, да. Ну да, да. Тут еще продукты. Я столько не съем, ребята. Нет, нет, берите. Давайте я вам оставлю. Батма Юсуповна, специально для вас принеси. Я сейчас сделаю фото для внука Батмы. А может, я вас фотографирую? Хорошо.
все. Спасибо. Спасибо, Бермет, и спасибо твоим ребятам. Все, до свидания. До свидания. Бермет, это ты? Помнишь меня? Мы с тобой вместе учились. А, Мирза! Нет, Мирзат. А ты такая же красивая и успешная. Я лайкаю тебя в Инстаграме. Бема Баттерфляй, да? Да. Кстати, делаешь очень прикольные видосы. Спасибо. Ну ладно тогда, увидимся. Да, давай, увидимся. Пока. Набирает много лайков, все как ты хотела. Я сама в шоке. Такой вроде пост ни о чем, а столько лайков за считанные минуты набрал. Это же круто. Да. Ни один мой пост столько лайков не набирал. А что это за красавчик на фото? Прикинь, это Мирзат из нашей параллели. Тот мистер Прыщ, который все ко мне катил. Кто бы мог подумать, что он станет таким красавчиком. Ну, ладно, мне нужно составить на завтра планы. Пока-пока. Сейчас выхожу. Здравствуйте, это я, Бермет. У вас не остался номер того волонтерского движения, куда мы обращались? Какое волонтерское? Сегодня же. К нам приходили волонтеры с гумпомощью. А, да, да. Да, мне 25 лет. Живу одна. Ясненько. А скажите, а опыт вождения у вас есть? Да, умею водить. Замечательно. А вы завтра сможете, да, приступить? Ну, в принципе, да, завтрашнего дня уже смогу. Тогда до завтра, до встречи. До встречи. Всем привет! Для меня это непросто, но сложные времена требуют смелых решений. Я решила записаться в волонтеры. С этой глобальной проблемой мы можем побороться лишь сообща. Надеюсь на вашу поддержку. Проснись и пой. Сегодня же день, когда я должна сделать много-много фото и видео для контента. Сейчас же совсем рано, я еще глаза не открыла. А что ты вырядилась? У тебя же специальный костюм должен быть. Вроде защитный, но все равно я хочу выглядеть лучше всех. Вдруг придется раздеваться. И ноги побрила. Продепилировала. Стой, ты же не будешь пить? Фу, мерзость. Вкусно. Батмаи Суповна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уезжаю волонтерить. Если буду нужна, то звоните. Номер на зеркале. Хорошо? Хорошо, хорошо. Все, до свидания. Случайно не Бем Баттерфляй? Ага. Садись, опаздывай.
Вот это наш волонтерский штаб. Вельмир? Мирзат, привет. Привет. Не думала, что ты в этом волонтерском движении? Да я один из организаторов. Здравствуйте. Здравствуйте. Аяна, это Бермет. Бермет, это Аяна, моя девушка. Очень приятно. Взаимно. Если бы не она, у меня бы ничего не получилось. Как мило. Аяна, покажешь его офис, да? Я позже пойду. Да, конечно. Пойдемте. Я вообще в Турции учусь. Но мне удалось быстро вернуться до закрытия границ. Я там волонтерила. В основном сидела в офисе. Надо тебя обучить, и скоро мы соберем всех новеньких. Да не нужно. Я когда училась в России, я там волонтером была. И даже оказывала первую помощь. Серьезно? Конечно. Ты такая бесстрашная. Да брось ты. У всех есть свои страхи. Это да. Наверное, прозвучит глупо, но... Знаешь, больше всего я боюсь танцевать при людях. Абсолютно. А ты молодец. И танцуешь, и прям такая зажигалочка. Мы с Мирзатом следим за твоим блогом. Спасибо. А, кстати, оказывается, Бермет умеет оказывать первую помощь. Серьезно? Конечно. Какая молодец. А мы как раз хотели это, снять видеотренинг для молодых волонтеров. Да, можем записать. Сегодня аж 12 часов провела в офисе. Распределяла гумпомощь. Вы знаете, у меня такая приятная усталость от того, что я могу помочь людям. Дорогие мои, не болейте. Будьте здоровы. Не выходите из дома. Пока-пока. Ешканда реакция болбоса, андан кейін уже біз ава жолдарын ачып алып тұрып, басын чалқалатып, но алдық, кейікті алдық, ажылдырып тұрып, ачық бойдан ғармап тұрып, демін текшереткеміз. Bizim ne kadar sorulacak ben? Tıngış ayız kulak mı ne? Atma Yusupovna. Здравствуйте. Здравствуйте. Батма Юсуповна, я уезжаю волонтерить. Если буду нужна, то звоните. Номер на зеркале. Помните, да? Помню, помню. Хорошо. Все хорошо. Хорошо. До свидания. До свидания. Вначале нужно у человека четко спросить. Вам нужна помощь? Вы меня слышите? Если вы не услышали ответ, нужно спросить еще раз. Вам нужна помощь? Вы меня слышите? И только после того, как вы услышите ответ, вы можете приступать к помощи. Вы меня поняли? Вначале нужно спросить у человека четко. Вам нужна помощь? Вы меня слышите? Я хотел сказать тебе спасибо. За то, что решила поделиться опытом и знаниями. Да, не нужно. Кстати, как там Батма Юсуповна? Нормально. Просто у моей бабушки тоже была деменция. Ближе к смерти она вообще перестала кого-либо узнавать. Соболезно. Диля, ты что там делаешь? Привет. Так это ты меня вдохновила, вот я и решила людям помочь. Нет. Мирзат, это ты? Диля? Как твои дела? Давно не виделись? Привет. Снова. Диля, это Аяна, моя девушка. Аяна, очень приятно. Мне тоже. Раньше вообще другой был, а сейчас смотри какой. Кстати, смотри, шрам до сих пор остался от твоих брекетов. Да, ты сама виновата. Да-да, сама побежала к тебе и головой стукнулась об твои брекеты. Давай лучше мы тебе офис покажем. Пойдем. Так похорошел, он, видно, повзрослел. Согласна. Она хорошенькая. Ну, не знаю. Мне нужен Мирзат, чтобы стать популярной. Не идет. Ребят, давайте поселфимся. Ходите. И улыбаемся. Чиз!
Аяна, а где вещи? Ты же последняя выходила. Да. Алло. Да. Понял. Они говорят то, что ты все пакеты к ним переложила. Да нет. Я не вру, я все сюда положила. Вон, поехали. Должна за идею с волонтерством. Давай подыграй мне. Ты теперь всю жизнь это будешь вспоминать? Ну что ты как не родная? Ай! Окей. Что случилось? Нога. Ногу подвернула, яму не увидела. Аяна, можешь, пожалуйста, назад сесть? У Бермет с ногой проблема. Ой, ладно. Ты посиди тут, мы скоро. Еще один адрес, я тебя в больницу отвезу. Спасибо. Ты такой добрый и отзывчивый. Я же ничего не сделал. Ты мне предложил помощь. А для меня это очень важно. Я это ценю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уезжаю волонтерить, буду поздно. Номер на зеркале, помните, да? Да. Ага, до свидания. До свидания. Зачем она тебя? Помнишь, как ты был в меня влюблен? Знай, я тоже тебя всегда любила. Мем, посмотри сюда. Сделай погромче.
Так, ребята, все пакеты справа отправляются в Южный пригород. Адреса все внутри. Эмир, а это все отправляем в Восточный жилмассив. Вот все адреса. Вот такая у нас волонтерская смена. До ночи развозим гумпомощь. Главное, это не допустить распространения вируса. Будьте здоровы. Вот ты актриса. Сейчас, давай загрузим. Дермет, помоги, ты же знаешь, что делать. Вам нужна помощь? Вы меня слышите? Мне кажется, ей нужна помощь. Нет, ей не нужна помощь. Тут нужно для начала спросить, ей нужна помощь или нет. Пусть сильно выберет тебя, Хабайсхарба! Массаж сердца! Быстрее! Девочки, отойдите! Отойдите в сторону! У нее же эпилепсия! Она так задохнется, ее надо на бок положить! Вы вообще кто такие? Мы волонтеры. Подушку дай! Приступ случился с деменцией. Деменция? Отвези меня срочно домой. Батма Юсуповна! Батма Юсуповна! Дорогая, что случилось? Батма Юсуповна, вы что двери открытыми оставили? А если кто-нибудь зашел бы? Да я к соседке зашла. Видимо, забыла закрыть. Ну, ладно. До свидания. До свидания. Подойду. Да, пришел. Говорит, не знаю, что ему делать. Блин, да я откуда знаю, что ему делать? Фу, вообще не понимаю, что он от меня хочет. Но он все потерял. Нужна поддержка. Ты же его мисс. Да какая, блин, мисс? Он мне даже не нравится. Ну хотя да, зачем он уже тебе? Бросай его. Другого найдешь более перспективного. Тебе же это сделать просто расплюнуть. Ладно, ко мне пришли, я перезвоню. О, это вы? Что-то случилось? Сегодня же день пирогов. Пятница. А, давайте я вам помогу. Проходите. Хорошо, что вы вдвоем работаете волонтерами. Работали. А с чего так?
Я подставила свою группу. Не смогла оказать первую помощь. Ты кого-то убила? Нет, конечно. Просто честь волонтеров была запятнана. Хорошо, что еще скорая вовремя приехала. Дорогая моя, первую помощь очень тяжело оказывать. Ты была напугана, не смогла быстро сориентироваться. Я соврала им. Насчет того, что я работала первой до медицинской помощи. Ты не работала? Нет. Я из-за этого себя очень неприятно чувствую. Я хочу извиниться перед своими коллегами, которых я подвела, и перед своими подписчиками. Все, что я делала, это было ради хайпа. Добрый день, уважаемые гости. Открытие пансионата для профилактики больных с деменцией не состоялось по без помощи этой замечательной девушки Бермет. Спасибо, но это наша общая заслуга. Я благодарю наших спонсоров и волонтеров за то, что они нам помогли открыть этот пансионат.